Одним из приоритетных направлений Казанского федерального университета является САЕ-учитель 21 века. Непрерывность обучения на протяжении всей жизни человека – долгосрочная стратегия университета. IT-лицей, лицей имени Лобачевского, бакалавриат, магистратура, аспирантура, Приволжский центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Казанского университета и университет третьего возраста. Преимуществом университета также является практикоориентированный подход обучения, где выпускники, книг, пройдя обучение в центре магистратуры, может сразу же приступить к практическим занятиям с учениками в школе и вузе. Распределенная подготовка будущих учителей в научно-образовательных структурах классического университета с химиками, физиками, математиками и другими направлениями дает более фундаментальное образование, нежели образование в специализированных педагогических вузах, где оно дается только в рамках специальностей педагогика. Сочетание возможностей классического и педагогических университетов в Казанском федеральном университете, лучшая кадровая база, новые возможности для технического сопровождения учебного процесса, ротация кадров, возможности для саморазвития преподавателей позволили нам вывести учебный научный процесс на качественно новый уровень. Стратегическая академическая единица «Учитель 21 века» является очень важным и серьезным проектом. Решая задачи внутри этой стратегической академической единицы, конечно же, мы задавались вопросом, а что происходит за рубежом у наших коллег? Как осуществляется подготовка учителя? Какие проблемы встают перед ними? В связи с этим в рамках САЕ «Учитель 21 века» были организованы международные сетевые исследования. Многие из них были инициированы коллегами из ведущих университетов мира. Один из таких проектов начал свою реализацию в университетах Глазго и Мюнхен. Они задались вопросом о том, насколько профессиональные стандарты учителя, которые принимаются в самых разных странах, в том числе и в нашей стране, влияют на качество обучения в школе. Как учителя относятся к стандартам, каково влияние стандартов на развитие образования. В России это исследование оказалось очень противоречивым. В течение 3 лет шло обсуждение этого исследования, но его внедрение в школах России так и не произошло. Новый министр образования Ольга Васильева увидела изъяны того стандарта, который был подготовлен до этого. Для учителей, уже работающих в течение долгих лет в школе, нужны какие-то разные требования, и профессиональный стандарт должен учитывать все эти уровни. Поэтому сейчас Казанский федеральный университет ведет исследование методик, разработанных в Глазго и Мюнхен, с целью доработки российских стандартов. Тот опыт, который реализуется в рамках САЕ «Учитель 21 века», основывается на самых прорывных достижениях в области педагогической науки и образования, а также в области практикоориентированного образования. В рамках реализации САЕ «Учитель 21 века» были введены инновации в процесс подготовки учителей. Учитывался передовой мировой опыт, а также лучшие российские традиции. Наш университет в этом году вошел в предметной области Education мирового рейтинга университетов КВС в число 300 лучших университетов мира и число 100 лучших университетов Европы является, наверное, самой лучшей оценкой правильности нашего пути. На базе Казанского федерального университета регулярно проходят крупные мероприятия. В мае 2017 года прошел 3-й международный форум по педагогическому образованию. А в октябре состоялся Всероссийский психологический форум. Анна Глазунова, Андрей Багудинов, Универньюз.